13 лет назад Мария Лобанова переехала в Голицыно и полюбила эти места как родные. Начала собирать историческую информацию. Интерес к прошлому приводил ее к новым открытиям. Уже не первый год Мария делится ими с участниками научно-практической краеведческой конференции «История и современность». Уверена, что такой формат взаимодействия с аудиторией сближает и вдохновляет на дальнейшие исследования. Вы посмотрите, какой отклик. То есть люди находят друг друга. Темы вызывают иногда очень прям неподдельный интерес. Какие-то иногда комментарии по ходу из зала. Это на самом деле очень ценно, и это возможность нашему такому сообществу, которое занимается изучением истории, да, поддерживать связь, вот, находить какие-то новые темы, сотрудничать. Это здорово. Исторические личности и боевые сражения, забытые промыслы и патриотические движения наших дней. Конференция проходит уже 9-й раз. Количество участников и тем с каждым годом увеличиваются, говорят организаторы. И мало того, что большое количество людей увлекаются изучением истории родного края совершенно по разным тематикам. И, собственно, наша конференция называется «История и современность» не случайно, а как раз показывает широкий спектр интересов самих исследователей. От древности палеонтологии и геологии до современных тенденций исследований нашего окружающего мира, нашей действительности. 9 докладчиков поделились своими открытиями, ответили на вопросы аудитории. Успели и сами поразмяться в небольших викторинах. Этот предмет является своеобразным брендом города Одинцово. И именно он позволил прославить недра города Одинцово далеко за его пределами. Чем больше жители знают о своем родном крае, тем больше гордятся им, считают участники краеведческой конференции. Поэтому материалы доступны всем желающим. Выступление можно было посмотреть в прямом эфире, а теперь и в записи на странице краеведческого общества в социальных сетях. Такие выступления, по большому счету, они способствуют распространению понимания о том, что мы делаем. Потому что мало просто, да, нести это светлое. Очень важно, чтобы окружающие люди, коллеги, они понимали, ради чего, какие цели, задачи. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».